такие, как Серафим Саровский. Когда к нему приходил, он всегда говорил: Христос воскресе, радость моя. То есть Христос воскресе можно приветствовать и в течение всего года, когда у тебя в сердце есть эта радость пасхальная. А если нет, я вчера в журнале прочитал, интересно. Говорит, интересно, когда люди злятся друг на друга и ругаются, то стоят рядом, лицом к лицу, и кричат во все горло, говорит, друг на друга, когда ругаются. А когда если мирно и любят друг друга, два любящих сердца, то потихоньку разговаривают. Даже совсем не понимает, если языка тот и другой. Умеет разговаривать в тишине, даже в молчании разговаривать, когда любящие. А почему, говорит, это так кричим? А потому что, когда зло в сердце, то сердце от сердца отдаляется далеко. И мы стоим хоть рядом, а оказывается, что далеко, поэтому и кричим громко. А зачем кричать? Ну, ругайся потихоньку, шепотом ругайся, ах ты такой. А нет, кричать надо во все, чтобы слышали все. Поэтому помните об этом всегда. Подошло раздражение или сердце: Господи, да что сейчас, ты ж воскрес за меня, страдал, а я что делаю? Прости меня, Господи. Опять. Храни всех вам Бог. Сейчас у нас будет совершаться таинство крещения. Кто желает присутствовать, помолиться, пожалуйста. Давайте это. Ставим сюда табуреточку. Где? Надо там, мне на одном алтаре. Сейчас все снимаем. А, это, кадила сейчас, это, и Пасхи осветить, я забыл, кадила, Пасхи осветить. Где еще? Молодые. Пока приготавливают, мы сделаем освещение приношений. Помолимся. Господи, помилуй. Владыка, Господи Боже наш, зиждителю и садителю всех, благослови млеко огустевшее яйце с ним и нас соблюди в благости Твоей, якода причащающиеся их Твоих независимо подательных даров, исполнимся, и неизглаголная Твоя благость, яко Твоя держава, и Твое царство, сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благословляются, освящаются приношение сия, кропение воды сия священного имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется и освящается приношение сия окроплением воды сия священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется и освящается приношение сия окроплением воды сия священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскрес! Воистину воскрес! Это кадило сейчас, кадило приготовь. Что-то наливайте, готовьте.
Да нет, у кого там принесли, а завтра привезут. Да. Завтра березок привезут еще. Завтра привезут, скажи ей. Пацаны, там, скажите, вон пляга стоит, березок привез, дубнов привез. Нет, привез он, привез, дубнов. Да.